Обличенка зовут Поларис. А почему? А потому что он приехал в коробке из... Не помню еще под чего, но там было Поларис написано. Знать все о диких животных. Если соболь был размером собаку, то страшнее бы зверя не было. Дарить найденышам шанс на вольную жизнь. Приносят животное, думаешь, ну зачем так человеку попало? Давай мы тебя выкормим, вылечим и быстрее в лес выпустим. Помогать и просить о помощи. Просить мне очень самой тяжело, потому что, я этому училась на самом деле, я ломала себя. Руководитель Центра охраны дикой природы «Инстинкт» Любовь Тамирис в программе Натальи Кечиной «Дорогие мои земляки» в понедельник в 20:30 на ТВК.